Друзья, привет! Хочу с вами поговорить об лени. Лень — это такая вообще хитрая вещь. Она же, недаром говорят, что лень раньше нас родилась. Вот сегодня планировал на тренировку пойти. Точнее, планировал вчера. Думал, что буду делать. У меня сегодня подтягивание. И вот шел дождь все утро. И вот эта вот лень самая, она мне просто весь мозг проела. То есть всяческие отговорки она мне говорила, лишь бы я не пошел на тренировку. И дождь. И какой. И ты уже там много дней подряд занимаешься. Отдохни. Поспи. И прочее, прочее, прочее. У тебя там то болит, а это болит. Что вы думаете? Я закрыл уши пальцами вот так вот, чтобы ничего не слышать. И прибежал в лес. В лесу дождя нет. То есть сейчас буду с превеликим удовольствием просто заниматься. Во-первых, потому что все-таки буду заниматься. Во-вторых, мне всегда нравится, когда вот не слушаешь лень, а все-таки идешь на тренировку, и вот как-то у тебя аж вдвойне или втройне сил прибавляется. Просто ты думаешь, ну блин, я ее сделал, буду тренить. Поэтому, друзья, не слушайте лень, а прямо сейчас, вот прямо сейчас все отложите и идите на тренировку. Будьте здоровы!